Алло. Привет. Сегодня вот на велосипеде поехал. Сетки проверять комболинные. Думаю, надо на велосипеде тоже прокатиться. Ноги размять хоть. Немножко осталось. Вот уже. Вода вот только-только что пошла на прибыль. Только-только. Для новых зрителей, вот там сетки стоят на 36 ичьё, 50 метров нам разрешено, кто проживает на севере, жителям Арктики. Так что, ребят, можете хейтеры там радости свои отложить в сторонку. Тут все по закону. Кто вы любите там браконьером обзывать, да по-всякому. Вот они, бревна эти. Да, вон видно, там воды выпало сегодня тоже. Ну, юг так и дует уже вот, который день. Уже уходит на юго-запад. Но все равно воду придерживает в горловине Белого моря. Не дает ей прибыть. И рыба вот стала ловиться хоть. Сейчас посмотрим, что там. Так, одеваем наш волшебный пакет. И уже вижу, белеет камбала. Опа. Опа. Нам же много не надо, на сковородочку. Видите, какие тут коммунистических времен попались. Нормальная камбала, да? Смотрите, какая. Смотрите, какая. Отлично, отлично. Начало есть. Вот она в 36, а путается жабрами. Все. Еще одна хорошенькая комболинка. Она заматывается головой, и вот надо с головы скидывать, главное с головы. Ладно, пойдем дальше смотреть, сейчас выпутаем ее. Так, 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 сеточку чистанули немножко. О, здесь чуть-чуть есть рыбки. Да,
Там он, вижу, впереди пару штук еще. Что там? Дальше там у нас. О, опять это. Бревнина. Это зрёво. Плыви туда дальше. Камбалки запуталась чуть-чуть. Будем дергать, куда вода не прибыла. Вот они, три красавицы. Там четвертая еще. Сейчас выдергаем тебя. Ох, накрутилась тут сейчас. Так, здесь справились. Вот еще одна осталась. Хорошенькая такая. Красивая. А еще там одна есть. Ну, что себе тут с собой. С одной Натахиной финки уже сколько мы тут выдергивали. Ну, Натахина из-за того, что ей 50 метров тоже разрешено. Мне можно 50 метров и ей 50 метров. Но у нее тут 10 метров стоит. Так что финка хорошо попала в нее, да. Сейчас пойдем туда проверять. Вон туда. Все, пускай ловит. Пойдем. Блин, уже шею начинает резать. Еще ту не проверял. Вот это да. Вот это рыбки попало. Нормальненько так сегодня. Ну, дно видно тут, видите, идем. Вообще посреди океана. Вон где берег. Вообще где далеко берег. Одно видно. Что вода убыла вся. Феномен. Феномен такой в природе. Сейчас, наверное, тут. Косичка ее не перевернула хоть. Нет. О, рыбы сколько тут. О, там, там. Надо быстрее дергать тогда. Ну, хорошо. Сейчас займемся. По-быстренькому сейчас ее раз, раз, раз. А здесь вот стриж идет, глубина. Даже корабль ходит. Ходил раньше. Да, тут все уже. Готова кола. Косичка идет. Блин. Че я не поставил-то этих колышек сюда, не воткнул. Тут-то должно нормально, наверное, быть. Тут-то нормально. Более-менее. Вот рыбка попалась. Вон. Кол придерживает. Ладно, что делать, пускай. Жалко, конечно, что сетка-то. Эх. О, еще две. Ух ты, блинский. Идем дальше. Ох, нифига. Вот они попались. Эх. Тихо, не брызгайтесь. Ух ты, наверное, забрызгала мне всю рыбу, всю камеру. Распутал, пойдем дальше. С
посмотреть. Опа, нету. Я тут немножечко травки кинула тут, да? Травки киданула. Не брыкаться. Где тут что? Где тут зацепилось? Все, что ли, нету? Нету, так не надо. И этого хватит. Все. Все, проверили эту. Нормально. Идем сейчас в раковину высыпем, посмотрим, как обычно. Вот сколько бревен. Блин, уже это давит шею-то. Ух. Ну, нормальненько так. Так. Так, это килограммчика 3-то, наверное, есть. Сейчас посмотрим. Пенку сдуло. Полетела пенка по ветру. Поплыла. Вода прибывает. Так, что там нам попало? О-о-о! Фига себе, тут всю деревню можно прокормить. Все, ребят, кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь там на Рутуб, на Яндекс.Дзен. Всем пока. Хорошая комбалёшка. Ух ты. Буду заниматься. Морозилку ее укладывать, чистить, да морозилку.